Так, сегодня 24 февраля, я нахожусь, значит, в Медвежьем переулке. Вот, ну, можно посмотреть, но здесь всего 100 метров. Вот здесь, ну, я не вижу здесь, в принципе, ничего такого примечательного, вот. Но он как бы ведет, ну, название забавное, ведет свое название от, значит, этих, от медведя, ну, как бы от тех, кто водил медведей, вот, при царском дворе. То есть не то, что они здесь водились, но он их водил. Вот, соответственно, как бы водил медведи, ну, ну, для развлечения, наверное, как цирк, что-то типа этого. Вот, и вот поэтому назвали Медвежьим переулком.